И снова всем привет. Сейчас на обзоре у нас Hyundai Elantra 2018 года. Номер лота 2312-9008. Вот так вот выглядит этот автомобиль. Сейчас я покажу его повреждения. Забита здесь, как вы видите, задняя часть данного автомобиля. Вот так вот выглядит сам удар. Так вот он пришелся. Все детали у нас в багажнике здесь. Видимо, при аварии просто отрезали кусок крышки багажника, где находился замок, чтобы его можно было открыть. Как обычно, у нас детали загружаются в салон и в багажник автомобиля. Вот так вот у нас выглядит сам автомобиль, вернее его салон. Могу сказать, что салон в довольно-таки достойном состоянии, очень чисто все. Ремни у нас нормальные, не заклинили. Задними ремнями давайте посмотрим, что у нас здесь. Задний ремень тоже цел. То есть, в принципе, безопасность здесь не сработала. Я еще попробую, когда буду выходить сзади, с водительской стороны, проверить ремень. Довольно-таки неплохой автомобиль под восстановление. Или у кого пользуется спросом на детали. Задний ремень тоже нормальный, безопасность вся целая. Ну, поскольку удар пришелся в заднюю часть автомобиля, под капотом у нас, грубо говоря, все как у нового автомобиля. Все целое. Все зазоры на месте, все совпадает. Двигатель вот так вот выглядит. Поэтому, ребят, кого интересуют автомобили или обзор автомобилей, покупка, отправка автомобилей. Касательно отправки занимается наша компания LP Group более 12 лет. Цены самые низкие касательно отправки автомобилей, в частности, в Украину, в порт Одесса. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.